самого начала я говорила о том, что решение проблемы с бродячими собаками – это решение вопросов с людьми. Законы биологии точно так же неумолимы, как законы физики. Нет кормовой базы – нет собак. Есть кормовая база – есть собаки. Рассказы про то, что голодные собаки более агрессивные – забудьте. Если собака голодная, она не думает о том, как ей поиграть и погоняться за велосипедистом. Она думает, где найти помойку, в которой она найдет еду. Как только собак перестают кормить, они уходят в те места, где есть еда. Это на свалке, это на мусорке, это к добрым людям, которые их кормят. Где собак не кормят, там их нет. Это первый момент. По поводу владельцев. Вот у нас любят рассказывать, что давайте мы накажем всех заводчиков. У меня питомник 15 лет. За 15 лет в этом питомнике родилось 3 щенка. 3 за 15 лет. Эти 3 щенка уже умерли, и от них нету ни щенят, ни одного потомка, от этих собак не осталось. Вот я заводчик. Дальше. Йоркширских терьеров разводят неответственные заводчики. Кто-нибудь видел стаю йоркширских терьеров? Диких. Так, к примеру. Теперь давайте рассмотрим внимательно, кто у нас занимается разведением собак, которые бродят на улицах. Не вообще абстрактно, те, которые бродят на улицах. Это добрые зоозащитники, которые находят суку нестерилизованную, беременную, и говорят: ой, она на последнем сроке, мне ее жалко, нам их жалко стерилизовать, давайте пусть она родит, а потом вместе с КП раздают этих щенков и через Facebook ищут. Тетя Оля или тетя Аня, которой мы пристроили на рынке колос щеночка, а где вы сейчас, а что произошло с этим собаком? Статистика неумолимая утверждает, что из тех собак, которые взяли из жалости за красивые глаза, подобрали на улице беспородных животных, 90% в течение 2 недель оказываются на улице обратно. Потому что собака – это огромная ответственность. Человек, который взял собаку домой, он уже получил огромную нагрузку. Он тратит свое время, свои ресурсы. Это не выйти на улицу, кинуть сосиски и уйти домой. Это гулять, это делать ремонты, это лечить, это делать прививки, это решать конфликты с владельцами семьи. Источники, дополнительные источники безнадзорных животных – это бабушки, которые живут на улицах, у них типа своя собачка, вот она родилась, родились у нее щеночки, жучки, мучкины и васькины, дворняги. Они, послушав зоозащитников, которые кричат: «Эвтаназия – это зло! Как это так? Не мы дали жить, пусть они живут!» Поэтому они говорят: «Мы дадим щеночкам шанс», приезжают в город и выкидывают этих щеночков. Кто этот виноват в этом? Те, кто говорят, что это хорошо, они дали животному шанс выжить. А те, кто говорят, что новорожденный приплод прописано в законе Украины, эвтаназия новорожденных приплодов, неотъемлемый основной способ контроля животных, те, значит, плохие, нельзя убивать животных. Люди. Ситуация с тем, кто виноват. Виноваты люди. И виноваты всегда какое вы решение не приняли. Если вам не нужна собака, вы можете ее усыпить, взять на себя ответственность, грубо говоря, убить своими собаками, своим решением, но безболезненно, спокойно, у ветврача, так, чтобы собака не испытывала мучений. Либо вы ее выкинете на улицу и обречете на страшную жестокую смерть. Вот это человеческая ответственность. Спасибо.